Весело и активно отметили Пасху в Центральном парке Видного. В праздничное воскресенье состоялся уже второй по счету семейный фестиваль «Многодетный турпикник». Об этом в рубрике «Мобильный репортер». Полюбившийся уже многим турпикник, проходящий под девизом «Ничто не заменит живого общения», в очередной раз не оставил равнодушными детей и взрослых Ленинского района. На первом празднике многие семьи познакомились и сегодня уже пришли целыми компаниями. Для детей и их родителей были созданы так называемые станции с играми, конкурсами и квестами. Надолго приковывала внимание детей и взрослых станция авиамодельного клуба «Нимбус». Ручной труд поглотил отдыхающих, и им пришлось потрудиться над созданием собственного планера. Благодаря общим усилиям завершить модель все же удалось. Проявить себя творчески выпала возможность каждому. Мамы подготовили для детей мастер-классы по лепке, изготовлению открыток и росписи пасхальных фигурок и яиц. Для мальчишек был организован курс молодого бойца, где ребята могли посоревноваться в ловкости и сообразительности. Метали гранаты, учились общаться с оружием и освоили хитрости обращения с плащ-палаткой. Также в парке организаторы оборудовали полноценный веревочный городок с лабиринтом, переправами и веревочной лестницей. Пройти полосу было крайне важно для всех детей. Родители помогали и подбадривали своих малышей, и это испытание осталось позади. Отдельной станцией стал арт-объект «Пасхальное яйцо», которое можно было разрисовать баллончиками с краской. Богатая детская фантазия и родительское терпение помогли сделать праздничное яйцо ярким украшением фестиваля. Ну, молодец, видишь, как сразу пошло. Также ребята играли в волейбол, разбивали палатку, стреляли по бумажным стаканчикам в тире, боролись в шлемах на боксерском ринге и угощались вкусными куличами и ароматным компотом.